Ма, что есть поесть? Пока ничего нет. Готовлю. Ладно, мам, я пойду еще погуляю. Пацаны ждут. Саша, подожди. А когда ты собираешься заниматься английским? Ну, завтра. Я каждый день это слышу. Ты хоть раз учебник за все это время открывал? Да, мам, у меня каникулы. Которые скоро закончатся. А ты мне обещал подтянуть за лето английский. Или ты так и собираешься заканчивать школу с двойкой? Да есть еще время, че ты? Я позанимаюсь, честно. А сейчас можно я пойду гулять? Ай. Спасибо. Ох. Простите, сэр. Мам, я дома. О, сынок, подойди, пожалуйста. Что, мам? Я вообще-то голодный. Сейчас пойдем ужинать. Я хотела тебе сказать, что завтра днем к тебе придет репетитор. Что? Какой еще репетитор, мам? Обычный репетитор по английскому языку. Я уже позвонила и договорилась. Мам, ну это же отстой. Учиться летом? Не мамкой. Она будет приходить раз в неделю. Потерпишь. Ну, потому что сам ты, очевидно, ничего сделать не в состоянии. Да что не в состоянии? Я ж тебе сказал, завтра позанимаюсь. Вот и позанимаешься. С преподавателем. Зашибись. Всем привет. И спасибо, что смотрите. Не забудьте поставить лайк под этим видео. И чем больше лайков, тем быстрее я сниму вторую серию этой истории. Сынок, проходите. Познакомься, это Ира. Она учится на английской филологии, побеждала на городских олимпиадах и проходила летние курсы в Британской академии. Привет, Саша. Саша! Что сказать надо? Здравствуйте. Можно на «ты»? У нас же не такая большая разница. Хорошо, Ира. Ну, вот и познакомились. Все, я тогда не мешаю или еще что-то нужно? Спасибо, Татьяна Сергеевна. Мы разберемся. Да, Саш? Да, конечно. Иди, мам. Угу. Так, ну что, с чего начнем? Я предлагаю для начала проверить твой общий уровень. Окей? Сделаем тест. Только, наверное, в гостиной. Там у вас стол есть, да? Ира, спасибо вам большое. Сколько я должна? Как и договаривались. За 2 часа. Ага. Вот, возьмите. Угу. Как он вообще? Не безнадежный? Безнадежных детей не бывает. Пробелы у него, конечно, конкретные, но ничего, наверстаем. Хорошо. Тогда до встречи через неделю. До свидания. Саша, пока. Пока. Спасибо за занятие. Не забудь повторить то, что мы сегодня прошли. Мам, я тут подумал, а может я с репетитором буду не раз в неделю заниматься, а хотя бы 3? Ты серьезно? А что случилось? Ну, она же сказала, что у меня пробелов много. Лучше побольше позаниматься, пока время есть. Сынок, да пожалуйста. Я только за. Конечно, занимайся. Я позвоню, договорюсь. Ира, привет. Здравствуй, Саша. Ты готов заниматься? Конечно. Я, кстати, вчера 5 неправильных глаголов выучил. Да ты что? Ну, молодец. Пойдем проверим. О, Сашка, привет! Она тебя не видела. Где пропал? Привет, Кристин. Я сейчас, редко гуляю.
У меня уроков много. Каких уроков? Что же лето, алло? Да я дополнительно английским занимаюсь 3 раза в неделю. Поэтому так. Ничего себе, мамка заставила. Как успехи? Да нормально. Я бы даже сказал, ну, not bad. Да ты шо? Ну все, британец. А че грустный такой? Да там, знаешь, девочка одна нравится. Но она на меня как бы внимания не обращает. Опа! И че за девочка? Я ее знаю? Не, не знаешь. Неважно. А она в курсе, что она тебе нравится? Не знаю. Вряд ли. Ну так ты себя как-то прояви. Намекни. Типа, как? Ну вы с ней часто видитесь? В целом, да. Ну, тогда в следующий раз сделай ей какой-нибудь комплимент. Прояви симпатию. Предложи погулять. Ну, а вдруг она откажется? Не попробуешь, не узнаешь. И вообще, с чего бы ей отказывать? Ты офигенный чувак. С тобой любая гулять пойдет. Ой, да ладно. Скажешь тоже. Да я серьезно. Так что давай не тупи. Действуй. Привет. Ну что, английский будем учить? Конечно, я прям не мог дождаться нашего занятия. Это хорошо. Значит, я не самый плохой репетитор. Ты очень хороший репетитор. Я бы даже сказал, самый лучший. Так, что у нас сегодня? Глагол с инфинитивом to. После глагола want мы добавляем частицу to. Например, I want you to help me. Переводится как «я хочу, чтобы ты мне помог». Это понятно? Да. Тогда переведи мне вот это предложение. I want you to go to the market. Я хочу тебя. Нет. Я хочу, чтобы ты... Я хочу, чтобы ты пошла со мной в кино. Нет, Саш, не в кино. Ну, тут же написано «market». Это магазин. Значит, я хочу, чтобы ты пошла в магазин. Понял? Понял. Ну, а я хочу, чтобы ты пошла со мной в кино. По-настоящему.